Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Инна. И сегодня будет вторая часть о космических новинках, что мне появилось за последнее время. Также покажу в этом видео, ну уже в конце, одежду, что я приобрела за последнее время. Тут буквально так немного, но меня просили после того, когда я пост в Инстаграм выложила, то показать, что же я покупала. Так, давайте, наверное, первое начну с ухода. И у меня тут закончился дневной крем для области вокруг глаз. Конечно, я не могу вам еще сейчас советовать всем, потому что знаю, что именно на такое холодное время года нужно что-то более питательное. Гель-крем для области вокруг глаз от Bioderma Sensi Bio Eye. Я 100 раз его вам уже показывала. Это мой уже, не знаю, тысячный тюбик. Очень нравится. Он легкий. Особенно он идеальный просто на теплое время года. Вот просто идеальный. Он справляется с морщинками. Он разглаживает кожу. При этом очень хорошо ее увлажняет. Поэтому, если вы до сих пор не пробовали, обязательно присмотритесь. Быстро впитывается и косметика на нем. Что консилер, что, например, тени. Если, да, вот где-то наверху наносите его, тоже прекрасно все ложится, ничего не скатывается, он как бы не перегружает глаза, вы его не чувствуете, он очень легкий. Также недавно с одного органического сайта Мило Мило я получила посылочку небольшую и на тестирование выбрала себе несколько средств. Названия у этих масок, конечно, очень необычные и своеобразные. Первая — это вот такая для нормальной комбинированной кожи «Красавица болотная» и для любого типа кожи «Ведьмино зелье» с целебными травами. Обязательно вам потом расскажу свое мнение о них где-нибудь, может, в пустых баночках, либо во влогах. И если вы пробовали, обязательно отпишитесь, потому что, ну, очень много хороших отзывов на эти маски. Также у них я решила попробовать вот такое средство, как 2 в 1. Как видите, небольшая такая баночка маленькая. Это блеск для губ, но также он служит как и бальзам для твердое масло. Вот, вы его наносите на губы просто в течение дня, и оно придает как бы блеск такой, как бы красивый, да, и в то же время ухаживает за губами, содержит масло какао и масло ши. Также вы знаете, что я любитель всяких гидролатов в последнее время, и вот сейчас моя розовая вода заканчивается, и на смену ей я заказала вот такой гидролат лаванды. Также хорошо очищает и питает кожу, как антисептик работает, поэтому с удовольствием буду пользоваться. Также меня заинтересовало одно средство для глубокого и активного очищения кожи. Бильди, если правильно читаю, классика жанра. У нее такой цвет, знаете, зеленоватый, с какими-то кусочками измельченных листьев эвкалипта. То есть вот они, наверное, так и выглядят. Тоже буду обязательно тестировать, все пробовать. Также к Новому году вместе с этим интернет-магазином мы решили провести конкурс. И двум счастливчикам выпадет возможность попробовать 2 средства. То есть одно будет из них какая-то маска для вашего типа кожи. И второе средство я выбрала для вас — масло амбла, потому что знаю, что многие хотят его попробовать для волос. Оно вот именно сейчас на зимнее время года отличное такое средство именно против выпадения, для того, чтобы сделать волосы более плотными и красивыми, блестящими. Поэтому обязательно принимайте участие в конкурсе. Все условия я оставлю внизу в инфобоксе под видео. Всем успехов, всем удачи. Конкурс продлится 2 недели, и я обязательно объявлю в следующих видео результаты конкурса и также напишу вам в личку всем победителям. В последнее время я очень часто в видео говорила о том, что я хочу приобрести себе консилер от Max Factor Master Touch. Вот такой вот. Это мой любимец. Я уже много лет им пользовалась как-то. И вот на самом деле из всех он пока для меня самый лучший. Мне кажется, он даже не уступает люксовым средствам. И каждый раз, заходя в магазин, вот, например, у нас в Улыбке Радуги, ну, стоит он дорого. То есть 620-630 рублей. Я как-то была не готова отдавать такие деньги, потому что средства особо здесь немного. И, ну, он быстро расходуется. И представляете, за 400 или 420 рублей я его нашла на сайте bioloris.ru. Это вообще отличное предложение. И я, конечно же, сразу заказала. Он не забивается складочки. Он не сушит кожу под глазами. Он... Вы знаете, пластичный вот такой вот, да, просто идеальный. Его можно как пальцем, как кисточкой растушевать. Он просто вот ложится, как вторая кожа. Я очень его полюбила и вот до сих пор безумно рада. В этот раз сделана тон светлее, 303 номер Ivory. Вот этот получше, потому что кожа сейчас такая светлая. Также мне нужны были более светлые тональные основы сейчас на зиму, так как у меня есть, в принципе, но они вот все какие-то такие на лето, либо после такой летний период, да, когда кожа более загорелая. И что-то посветлее я выбрала
конечно, фаворит многих. Это Revlon Color Stay. Мой выбор пал на него. В оттенке 180. Здесь огромный плюс еще, что содержится SPF 15. Вот. Такой светлый, конечно, оттенок. Минус какой, ребят, я сразу скажу, о нем пока не забыла. Почему-то у меня с колпачком проблема. Я его открыла и потом вот стала закрывать. Он у меня прокручивается. Не знаю почему. И его легко пролить. Поэтому я аккуратно им пользуюсь. Так. Круто скрывает расширенные поры. Он выравнивает цвет лица. Какие-то мелкие недостатки. Вот он сглаживает это все. При этом при близком рассмотрении его незаметно на лице. И вот, ну вот он как-то так классно лег. Особенно если бьюти-блендером я его наносила, то вообще супер. Дальше, второе. Я на пробу более такое что-то хотела увлажняющее. Более такое лицо, чтобы там думал, вдруг этот будет стягивать. Но этот не стягивает, кстати, от Revlon. Он очень хорошо кожу так комфортно держит в течение дня. То вот этот вот более такой с мягким таким эффектом, как бы я так выразилась, да, от Буржуа Healthy Mix, вот такой вот крышкой с помпой. Это 54-й оттенок у меня, беж. Ну, я могу сказать, что он отлично подойдет вот именно на лето. Вот просто идеально. Сейчас он немножечко темноват, но если, в принципе, воспользуюсь автозагаром, то будет все идеально. Поэтому в этих случаях я могу как бы так найти такую золотую середину и спокойно им пользоваться. Тоже очень круто ложится, но он более легкий. Он, конечно, не как штукатурка, он выравнивает цвет лица. Ну, у меня, например, есть такие постакне довольно-таки яркие, и он их не перекрыл. Мне приходилось воспользоваться консилером. Поэтому вот так. У одного блогера недавно я увидела маску такую вот от Vitex, и у нее еще была от Sisley. И она сравнила их и сказала, что это по эффекту одно и то же. Вот просто один в один. И я, конечно, заинтересовалась тоже на этом сайте. Кстати, вот она была, я ее заказала. Маска обновляющая для кожи с расширенными порами и признаками купероза. Подтягивает овал лица, очищает поры и сужает. Совершенная кожа вот эта серия. Ну и, конечно же, на сайте Белорис я наткнулась на марку Шери. Увидела, опять же, там все по приятным ценам. И решила себе заказать тут целый комплекс. Потому что, ну, я не смогла просто. Вы знаете, что я обожаю этого корейского производителя. В общем, альгинатная маска. Вот такая азиатская центелла и лаванда. У меня уже такая была. Но это просто вот, если особенно у вас какие-то есть морщинки, обязательно попробуйте. Кожа просто как у ребенка становится. Бархатная, напитанная. Дальше из новиночек. Вот такие вот три масочки я взяла. Тоже очень много на них хороших отзывов было. Это гиалуроновая кислота, 100% маска тканевая. Дальше японские водоросли. И 100% коллаген. Вот такая маска для глаз на тканевой основе. Она ультрамолаживающая, формула с черной икрой и коллагеном. Тоже обязательно попробую. Вот, круто-круто. Дальше. И, конечно же, как говорится, про запас. Взяла еще вот такие пептиды. Сейчас у меня их мало осталось. И гиалуроновая кислота, чтобы была. Вот таких вот три упаковочки. Тоже показывала в предыдущих видео как-то. Очень-очень много хороших отзывов было вот на эти пинцеты KVS, если правильно они читаются. Вот такой со скошенными кончиками. Поэтому сейчас пробую разные такие. Знаю, что вот это вот бюджетная такая серия. И говорят, что он вот не уступает дорогим. Там Анастасия и так далее. Поэтому, если хотите, потом еще, может, как-нибудь во влоге вам расскажу. Такой был мой небольшой заказ с сайта Белорис. Мне очень понравилось то, что там доступны и приятные цены, дешевле, чем в магазинах. При этом очень большой выбор, начиная как по уходу, как парфюмерия, также там есть правильное питание. Также, ребята, на этом сайте обязательно загляните, те, кто искал белорусскую косметику. Там очень много декоративной косметики. Я уверена, вы найдете то, что искали. И создадите, может, какие-то интересные бюджетные такие подарочки к Новому году для себя и своих близких. И приятная быстрая доставка. Ну что, ребят, теперь покажу вам, что новенького из вещей. Первое, наверное, покажу интернет-заказ сайта Shein. Это вот такая вот кофточка. Такой 100% хлопок, при этом он такой очень мягкий и, как видите, так свободно сидит. Мне это, наоборот, нравится, например, там с джинсами, и не стоит колом, как бывает. Вроде бы хлопок заявлен, да, но он как бы вот такой жесткий. Вот, поэтому очень довольна этой вещичкой и могу вам ее посоветовать. Стоила вообще там копейки, и поэтому в магазинах бывает и то хуже. Вторая вещь с этого же сайта — это вот такая белая жилетка. Давно я ее хотела, безумно мне нравится, я очень довольна. По размеру тоже хорошо подошла, у меня в размере L. Здесь я ношу 46.
Также я побывала в магазине Страдивариус, я не смогла пройти мимо него, и знаю, что там можно по приемлемым хорошим ценам найти хорошие такие вещи, да, достойные. И первое, что я взяла, это вот такую курточку из зимней коллекции. Ну, она вообще классная. Во-первых, я в ней ходила в минус 4, в минус 5, и вы знаете, я нисколько не замерзла. Мне, наоборот, было очень тепло в спине, несмотря на то, что у нее вот теплая вот такая вот подкладка идет только здесь, за счет того, что она греет вот так вот грудь, и здесь все ничего не продувает. И ворот можно либо расстегнутый носить, он будет так интересно смотреться, либо застегивать полностью так под горло. И круто она с леггинсами, там с ботильонами, либо, например, с сапогами. Очень интересно смотрится, она такая как бы укороченная, поэтому тоже очень довольна этой покупкой. Там еще была в бордовом оттенке, но у меня такого цвета уже есть пуховичок, поэтому я решила взять такой чисто классический черный. Также меня спрашивали вот про эту вот шапочку, она тоже из Страдивариус. Не знаю, как-то увидела ее у стенда у кассы и померила, мне очень понравилось. Давайте сейчас надену. И в ней очень удобно. Единственное, что, конечно, в сильные морозы она не согреет вашу голову. Но, к примеру, там минус 7 я ходила в ней, и вполне комфортно. То есть я не мерзла. Помните, наверное, в последних влогах я как-то показывала, что я заказывала леггинсы из Zara. И я их вернула обратно. Хорошо, что у них, в принципе, с доставкой быстро. Также и с возвратом денег быстро. Вот они мне все вернули. Ну, честно, я вообще расстроилась. Мне не понравилось такое качество ужасное. Такой грубый полиэстер, который с грубыми швами. И все так это смотрится. Я себе представляла их по-другому. И вот, зайдя в Страдивариус, я сразу увидела, лежали вот такие вот леггинсы. Это как стрейч, они идут. И сразу же я их померила, и они мне просто идеально сели, так как я себе представляла. Они с таким немного подтягивающим эффектом идут. То есть они так как бы и фигуру подтягивают, такая вот, как-то худышка такая в них. Вот, они немножко такой завышенной талии, поэтому мне тоже нравится даже эту блузку, если заправлять, будет хорошо. Последнее, что я взяла в этом магазине, это была вот такая вот сумочка. Получается три отделения, одно общее название. Змейки. Внутри вот такое вот здесь есть еще. И получается, она отстегивается вот так, открывается по бокам. И с этой стороны тоже на кнопках. То есть вот мне очень понравилась она. Я забежала в H&M и повторно взяла вот такие вот леггинсы. Но они как, знаете, такие как базовые идут. Вот. Но мне нравится, как они сидят, потому что я такие одни полностью уже сносила. Я вас, наверное, уже замучила. Ребята, это просто жесть. Столько времени болтаю. В общем, сейчас я вам покажу, что я еще заказала из Faberlic из одежды. Второй раз подряд взяла вот такую вот водолазку, на этот раз черную. Помните, меня многие спрашивали, вот серого меланж у меня оттенка. Я ее очень довольна. Вот я ее постирала, она у меня уже два раза была в стирке. Отлично, с ней ничего не произошло. Вот такая же черная. Я видела, девочки говорили, что она там просвечивает. Вот именно свет оттенков. Не знаю, вот у меня серый меланж, вот этот черный, я ее мерила, она отлично сидит, ничего нигде не просвечивает, вот поэтому очень довольна. У нее вискоза качество, она такая тоненькая, под пиджаки какие-то, например, вот такие вот жакеты. Очень советую, обязательно присмотритесь, вот именно как базовая вещь. Я, может быть, еще одну такую серую закажу. И я очень-очень давно смотрела вот на этот вот вельветовый костюм у Faberlic, и я все же решила тоже его себе заказать. Не смогла я пройти мимо, потому что я обожаю такие вещи, вот и по отзывам смотрела, девочки многие хвалили, говорили, что в принципе вот так вот для дома можно спокойно брать. Но мне кажется, что даже вот, например, куда-то там в машину, там за руль, там быстренько да куда-то доехать. Знаете, когда он только появился, он был в брусничном, в фиолетовом оттенке, но у меня так не получилось тогда его заказать. И когда я увидела сейчас в каталоге, что вышло в синем оттенке, вот таком вот, в темно-синем, я, конечно же, сразу не задумываясь его взяла, померила. У меня в размере 48 толстовка, и брюки тоже в 48 размере. Я могу сказать, что вот я ношу 46. Но лучше берите на размер больше. Как бы вот очень-очень довольна. Обязательно свое пишите мнение, комментарии, впечатления о том, что вы увидели. Может быть, об одежде что-то напишите. Мне будет интересно вас послушать. И да, обязательно принимайте участие в конкурсе. Обязательно очень буду ждать ваших комментариев. Спасибо всем огромное за просмотр. И всем пока-пока.